8 ноября 2022 года в российском городе Сочи хотят отметить День Победы в Отечественной войне 2020 года Азербайджанской Республики. Как передает ДАЯС, об этом сообщается в документе, опубликованном на официальном интернет-портале города. В этот же день в Сочи будет почтена память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов внутренних дел России, а также отметят день учреждения Ордена Победы и Орденов Славы трех степеней. Данная новость вызвала истерику армянского лобби, проживающего в России. Судя по комментариям, они считают Сочи армянским городом и уже готовят провокацию. Очевидно, что замешанный союз армян России, который недавно устроил фашистскую провокацию с показом фильма «Анжде» в самом центре Москвы. Российские ветераны не допустили показ фильма, однако САР почему-то увидел азербайджанский след в возмущении россиян и, очевидно, собирается использовать все свое коррумпированное и преступное влияние, чтобы День Победы Азербайджана не состоялся. Ведь азербайджанская армия своей победой не только освободила оккупированные территории нашей страны, но и ценой жизни своих воинов защитила весь мир от армянского фашизма и сепаратизма. На данный момент документ пропал с официального сайта городской администрации. Но официальных сообщений о его отмене не поступало. Отметим, что городским властям Сочи явно не нравятся попытки вмешательства армян во внутренние дела России. Ведь наличие армянской диаспоры, ее паразитирующая деятельность и поведение отдельных представителей не приносят ничего позитивного населению Сочи. Удивительно, насколько обнаглело армянское лобби, называя один из любимых городов президента России армянским городом. Армянские политические и криминальные сети уже опутали не только Сочи, но и почти весь юг России – Краснодар, Ростов, Армавир, Анапу и другие города. Некоторые поселки уже переименованы на армянский лад. Появились армянские гайкадзоры, указатели на армянском языке, армянские церкви и хачкары. Если учесть, что приток армян в Россию увеличивается, важно регулировать деятельность САР и не позволять армянским гражданам в РФ выходить за рамки законов и ценностей российского государства и общества. Что думаете вы? Пишите в комментариях. Спасибо за просмотр. До новых встреч!